Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами новый карнавальный костюм для аниматоров. Это костюм Ская. В нашем интернет-магазине представлено несколько вариантов костюмов Ская. Сегодня мы рассмотрим один из них. Вот так вот он выглядит в запечатанном виде, довольно объемный. И давайте посмотрим сам костюм. В товаре визитка интернет-магазина. И из чего же у нас состоит комплект? В комплект у нас входят ботиночки, имитация обуви. Вот так вот они выглядят, здесь как с лапками. Ботинки плотные. Внизу идет подошва из заменителя кожи. Они универсальные, шьются в одном размерчике. В них можно находиться как на улице, так и дома. В товар входит головной убор в форме такого шлема с ушками собачки уже. Вот так вот он выглядит. Головной убор, он в одном размерчике, также шьется на резиночке, универсальный. Здесь вот растягивается, что очень удобно, то что он не спадет. Он плотный, на подкладочке и внутри набивной такой немножечко. Вот такой вот розовый головной убор. В комплект входит ярко-розового цвета жилетка, такая вот жилеточка, она на молнии расстегивается. Здесь внутри подкладочка светло-розового цвета, такой вот бледненький цвет. Здесь идет как имитация кармашков, но кармашков на самом деле как таковых нету, это просто как бы имитация. Здесь эмблемка у нас щенячьего патруля. Жилеточка без рукавов. Сзади выглядит вот так, просто однотонная ярко-розового цвета жилетка. Далее в комплект костюма Sky у нас входят штаны коричневого цвета. Штаны на резинке, тянутся тоже. И у нас есть сзади хвостик. Вот такой вот хвостик, он набивной. Внутри мягенький такой. Такие вот штанишки. Вот так вот выглядят штаны. Они половина коричневые, внизу идут беленькие такие. Далее в комплекте у нас идут варежки. Такие вот белые варежки замечательные. Мягенькие. Вот такие варежки. И в комплекте, конечно же, у нас идет кофточка. Вот такая вот кофточка. Как водолазочка, одевается под низ жилетки. Яркая коричневая кофточка, такая бежевая с коричневым цветом. Вот так-то она тянется здесь, поэтому по размерчику, смотрите, немножечко она еще потянется. Вот так вот. Длинные рукавчики. Вот весь костюмчик Ская. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.